Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, и он же пророк общины, помогал своей семье по дому. И он не гнушался, саллаллаху алейхи вассаляма, в помощи своей семье по дому. От Асвода передается. Он сказал: я спросил Айшу, чем занимался пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, в своем доме. Она сказала: пророк занимался своей семьей, то есть он был в услужении своей семье, и когда наступало время молитвы, он уходил на молитву. Посмотрите на справедливое отношение. Его супруга не отвлекала его от молитвы. Однако, когда он находился дома, то помогал своей семье. Приводится в Сахих Бухари, глава названа, глава о том, что мужчина помогает своей семье по дому. من تفسير آدم ابن أبي إياس شيخ البخاري وعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت ما كان رسول и приводится от Аиши, что она была спрошена, что делал пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, по дому. Она ответила: он был как все люди, чистил свою одежду, доил свою овцу и приводил себя в порядок. От Урвы приводится: я спросил Аишу, чем занимался пророк, когда он был у тебя? Она ответила: тем же, чем занимается каждый из вас. Он помогал своей семье, чинил свою обувь, подшивал одежду, чинил свои инструменты. Сказал Ибн Батталь, сказал Мухалляб: пророк делал эти вещи из скромности, и это является сунной для его общины. Из сунны является, чтобы человек занимал себя какой-то вещью в своем доме, тем, в чем есть необходимость из мирских вопросов. Сказал Ибн Хаджар, и приводится у Хариса, Ибн Абириджаль, что передается от Айши: пророк был самым мягким из людей и самым почитаемым из людей, и он был настоящим мужчиной среди вас, и он много улыбался. Пророк в своем доме был самым мягким, самым почитаемым, и был настоящим мужчиной среди вас, однако он был улыбчивым, то есть много улыбался. И мужественность не значит суровость. Мужественность не имеется в виду хмурость. Он был много улыбающимся. Отсюда, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, он же пророк, саллиллаху алейхи вассалям, и он был в преклонном возрасте, и при этом он помогал своей семье по дому. И сунны. Из мягкости, из благопристойности к своей семье, а это чтобы муж помогал своей жене по дому в том, в чем может помочь. Даже если он сделает мало, но радости принесет много. Если на кухне он возьмет, например, тарелку и поставит ее на свое место, жене это доставит огромную радость.